Здорово, дружище! Сегодня у нас с тобой реакция на видео от Брайана, как ты можешь видеть на заднем фоне. Сегодня у нас, кстати, две видашки. Первая видашка — это реакция, которую ты видишь сейчас. И вторая видашка — это мой собственный контент, который выйдет примерно часики через несколько. Надеюсь, тебе понравится. Ну и поехали! Опять она жрет. Такое чувство, будто Брайан специально вел твой персонаж, чтобы жрать. Научно-популярная передача РЕН-ТВ. Когда конец света. На Землю надвигается метеорит комета. Курил Вангович. Несмотря на идиотское название для метеорита, его столкновение с Землей неизбежно. И все что бы это ничего, было? Если бы не наступающий по лунному календарю зомби-апокалипсис. Только что поступила информация, подтвержденная Вангой и другими фанами. Конец света будет в среду. Ну что ж, а теперь расскажем, куда сходить жителям столицы в эти выходные. Так конец света в среду. Окей. Мы все умрем. О, нет. Несквик, ты зачем откладывать? Да ела бы. Раз все равно умрешь. Че экономить? Ого. Что случилось? Подготовилась. Если ты решила заняться косплеем, то это неудачная попытка. Да ладно, хорошо, что ты гонишь? Где же самец Светы? Я не знаю, я не разбираюсь в ваших хахалях. Где же самец Светы? Где же та кассета? А, ты про ту кассету, где вы с Брайаном в среду конец света! Вы с Брайаном! Значит, мы наконец узнали, что было на той кассете. Он с Брайаном, она с Брайаном что-то мутили. И я знаю, что, чьи, наверное, гоняли. Мы все сдохнем, понимаешь? Сдохнем! Ну, я не был бы так категоричен. Ну, я да. Могу привести три причины того, что этого не будет. Первая. Зачем? Вторая причина. Третья причина. Фаталити, бич. Как он это сделал? Видишь, ты даже ни одной нормальной причины сказать не можешь. Как он сделал так, чтобы кошка на него тоже напала? Валерьянка, наверное, полила или что-то такое. Но это круто. Я была права. Мы все умрем. Ты сама его убила, дурын. Чего мы умрем? Тоже бить начнет? Нет. Боже. Скоро конец света. Вот, смотри. Тихо, девочки. Ну что ж, а это была последняя серия телепроекта «Дом-2». Вот видишь, конец света близко! Этого не произойдет. Ну не знаю, по-моему, это чушь. Иди поешь, успокойся. Точно, еда! Нужен запас еды. Если будет конец света, я закроюсь дома и буду есть! Ну ты же так каждый выходный проводишь. Ничего не изменится. Ну да, кто-то проводит их, как я. А кто-то запирается в чулане и пишет фанфики про... Ладно, я понял. Все, живо в магазин покупаться! А что вы пишете фанфики? Про себя, наверное. А скажите, а бомж-пакеты есть? Нет, все разобрали. Ты слышал? Все готовятся к концу света. Скорее одевай противогаз, а то мне одной жить скучно будет. Хотя, нет, я лучше оставлю его для кота. Между парнем и котом? О, вот вы где! Мы с мамой уезжаем, ты остаешься один. Борщ в кастрюле, все, пока. Они я же говорил, что скоро конец света. Вот и твои родители свалили, не хотят увидеть, как мы тут подохнем. Будет зомби-апокалипсис. Твои родители? То есть это рандомная баба, которая живет у него дома с его родителями? Апокалипсис чувствую. Ну-ка, посмотрим, что нам тут оставили. Все. Я бы не ел это. Ладно. Это похоже на томатный суп. Кажется, началось. Ботан превращается в зомби. Полегче, полегче, воу! Ты убьёшь человека! Ой. Оливия, открой, мне плохо. Извиняй, ботан, но тебе уже не помочь. А я умирать не собираюсь. Она убьет твою игрушечную ружьём. Да и мама твоя говорила, что если в то время аборты не были запрещены... Оливия, какое зомби? Ты уже вообще с ума сошла. Давай открывай, иначе буду сейчас дверь выбивать. Ну еще раз плачется. Дай. Иди смотри, там твоя передача началась. Покарауль зомбака, я быстро. Ну что? И видно, в самом деле есть такие люди, которые серьезно верят. Знаешь, была когда-то такая тема, я опять прерву видео, я знаю, как ты это не любишь, но была такая тема, короче говоря, когда-то в Америке сказали о том, что скоро будет конец света, и люди реально поверили в это, и они чуть ли друг друга не убивали из-за этого, и не грабили магазины, потому что они хотели подготовиться к концу света. Есть реально люди, которые в это верят. Охренеть.
прошлой передаче мы рассказали, мы где платить интернет после конца света и как с помощью пластиковой бутылки и фольги продлить себе жизнь. А сейчас лайфхаки. Наш экстренный выпуск. Конца света, предполагаемого в среду, не будет. Усатая муданько. Я не знаю почему, но почему-то это имя мне доставляет. Усатая муданько. Мне кажется, так можно называть нашего соседа. Он похож. Света перенесен. На какое число, спросите вы? Мы ответим вам прямо сейчас. На четверг. Так, все. Да. Вы шокированы? Мы тоже! Теперь только вы знаете это число. Встретимся после рекламы. Привет, я Трикс. Блин, все из-за тебя. Иди ботана из туалета выпускай. Так можно в интернете найти. В интернете есть запись каждого шоу. Эй, он умер уже. Выходи. Он зомби стал. Ты или что, обиделся, что ли? Этот парень свет весь всосал. Почему там так темно? У них завелась кошка. Если хочешь спастись от конца света вместе с нами, ну и не пропускать самые новые видео, подписывайся на канал, а также зацени наши прошлые видео. Почему Брайан начал делать видео незаконченными? Он всегда это делал так. Раньше у него были законченные скетчи, сейчас у него все они незаконченные. И что, он реально стал зомби? Почему он стал зомби? Он съел борщ и борщ сделал из него мудака, мутанта, зомби? Что произошло? Я должен знать ответы! Брайан, ты заставишь меня страдать? В прошлый раз я не спал неделю из-за того, что я не знал, что на кассете. Я и так не узнал, что на кассете. Теперь мне еще нужно страдать, чтобы узнать, ботан, зомби или нет. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Не, на самом деле, вот это клево. Эта видашка, вторая видашка после Симсов, которая мне прям очень понравилась. Симс, я бы сказал, топ-1 для меня. У него из видашек, которые я видел в последнее время. Вот это вторая. Потому что мне просто понравилась эта тема с закосом под РЕН-ТВ, который я в свое время очень активно смотрел. Я не верил, но мне было забавно угорать с того, что там происходит. А еще ТНТ было клево, вот это необъяснимо на факт. Но это не точно. Ну вот. И усатая буданько. Я не знаю, почему мне так доставила эта фамилия. Это глупо. Это глупо, я понимаю. Но мне почему-то очень было смешно, когда я представил, что я соседа так поприветствую. Здорово, усатая буданько. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал, если вам понравилось это видео. Ссылочка на оригинал в описании, если вы хотите слушать это без моего трындежа. И всем пока-пока-пока. Удачи!